Ура! У нас каникулы. Юные жители Ренийской громады, а также их сверстники из других регионов Украины, которые приехали с родителями в Придунавье, с удовольствием выходят на спортивные площадки. В честь Дня защиты детей мы проводим турнир по баскетболу 3 на 3, уличный стритбол. Также мы проводим футбол среди юношей. В баскетболе будут участвовать и мальчики, и девочки. Поэтому у нас будет около 100 детей. Каждая команда постаралась придумать оригинальное название. Боги баскетбола, киберспортсмены, кунг-фу панда, недооцененные звезды NBA, бегемоты и маринованные огурчики. В перерыве знакомимся с игроками. Я приехал с Одессы из-за военных действий, потому что маме было страшно, и у меня тут много родственников. Хожу на тренировки уже третий месяц. Я в Одессе ходил на баскетбольную школу к Зое Валентиновне год, и здесь хожу уже три месяца. Мама отправила, я не хотел сюда идти. Я не выбирал ничего. Мама выбрала. Ну ладно, как мамин выбор? 4 года ходишь все-таки. Нормально. Мне очень нравится баскетбол, это спорт, который прям вдохновляет, так можно сказать. Или можно сказать, что он так... И он и увеличивает рост, поэтому и мне нравится этот баскетбол. И тем более это очень крутой вид спорта. Футболисты другого мнения, они предпочитают кожаный мяч. У нас там играет сын, и у нас в команде девочка, и мы будем бороться за хорошие места в турнире. Он занимался в Киеве 3 года в 2 клубах «Динамик» и «Подол». А 24 февраля мы переехали сюда, надеюсь, временно, и вот он сейчас уже посещает этот клуб. Очень доволен, очень нравится тренер. Иногда даже подшучивает: вы уедете, а я останусь тренером. Все юные спортсмены получили подарки. Завдяки нашей співпраці з зарубіжним фондом Шона Пена сьогодні ми змогли подарувати їм іграшки та веселий настрій. Ми дякуємо, що іграші з Польщі приїхали до Румунії, потім потрапили до нас саме в Рені, і сьогодні ми з нашою командою волонтерів змогли вручити їх дітям і подарувати їм незабутнє свято. We understand as an organization that children's support and needs are the most crucial and important. So we're happy to be here to support. Она очень рада здесь находиться. Она понимает, что самое важное сейчас – это помочь, поддержать детей в такой сложный период. Поэтому мы рады участвовать здесь, в этом празднике сегодня.